Во многих знаниях много печали, это верно. Но давайте обратим внимание на другое. Многие знания могут принести его обладателю баснословный выигрыш. Для этого нужно всего лишь принять участие в нашем шоу «Русская рулетка». Здравствуйте, уважаемые телезрители. Я хочу представить вам наших героев. По судовым энергетическим установкам ныне популярнейший певец. Добрый вечер, Валерий. Добрый вечер. Ваше хобби – собирать галстуки и кинжалы. Почему вы собираете кинжалы, я, в общем-то, не спрашиваю, потому что это сродни любому горцу. Но почему галстуки? Ну, потому что каждый горец с какого-то возраста начинает носить галстуки потом, для того, чтобы выглядеть хорошо, для того, чтобы под каждую рубашку подобрать красивый галстук, их надо иметь много. Я надеюсь, что возможный выигрыш миллиона в нашей сегодняшней игре позволит вам докупить неимоверное количество новых экземпляров в вашу коллекцию. Надеюсь. Прошу вас, Валерий, занимайте ваше игровое место. Игорь Николаев, выпускник Московской консерватории, работает по специальности поэтом, композитором и певцом. Игорь, добрый вечер. Добрый. Скажите, пожалуйста, вы рисковый человек? Иногда. Расскажите, как вы иногда рискуете? Сегодня, например, решил рискнуть. Ну, хорошо. А что-нибудь в недавнем прошлом? А, был плюс. Небольшой, но все-таки. Расскажите. Обычно, банально, казино. Но не миллион, конечно, естественно. Ну что же, я думаю, что вы сегодня увеличиваете свои плюсы. Прошу вас, займитесь этим. Алена Адина, по собственному признанию, жуткая трусиха, которая боится всего на свете, особенно высоты, широты и глубины. Самый неприспособленный к русской рулетке игрок. Алена, добрый вечер. Во-первых, позвольте выказать вам свое восхищение. Спасибо. Вы самая смелая звезда нашей отечественной эстрады. Вы бросили вызов неизвестности, несмотря на то, что вас преследует огромное количество страхов, фобий. Вы боитесь всего на свете. Кстати, вы боитесь темноты? Я очень боюсь темноты. Я боюсь всего на свете, высоты, глубины, широты. Про это я уже говорил. Все это есть. Я хочу вас чуточку успокоить. Если вас ждет провал в нашем сегодняшнем шоу, вам не будет страшно, потому что вы будете сами освещать свой путь в черные бездны нашей планеты. Спасибо, Валдис, я пойду. Прошу вас, займите ваше место. Валерий Сюткин, певец технического регресса, иронизатор, любитель акустического звучания. Здравствуйте. Валерий, добрый вечер. У вас есть три знаменитых хобби, о них знают все, это виски, сигары и бильярд. Вы играете в бильярд на деньги? Я играю на бильярде, так правильно. Извините. И иногда этим зарабатываю. А какой самый большой выигрыш? Спросите у Ермольника. А скажите, самая яркая звезда, которую вы беспощадно обыграли в бильярд? О, этот обидец. Андрей Вадимович, я с тобой. Мы не знаем, о ком вы сейчас говорили, но догадываемся, что вы сильный игрок и опасный соперник для наших сегодняшних участников. Прошу вас, занимайте ваше игровое место. Спасибо. Аркадий Укупник, человек, который задолго до русской рулетки тренировался падать на концертах. По его словам, падал со сцены бесчисленное количество раз. Аркадий, добрый вечер. Я знаю, ну, в общем, как и все ваши фанаты, что вы не просто падаете со сцены. Вы обязательно на сцене находите высокую декорацию, забираетесь на нее и почему-то по фатальному стечению обстоятельств с нее срываетесь. Объясните, зачем? Ну, один раз на стадионе, там не было высокой декорации, была гаревая дорожка, стоял столик. И мне, как всегда, казалось, почему я наверх взбираюсь, что публика не видит мои красивые длинные ноги из-за столика. Я вскочил на него, он сложился подо мной, я упал, сломал руку, но я об этом не догадался, еще 40 минут побегал по стадиону, потом пожал руку там на выходе, потерял сознание. Но публика узрела ваши ноги. Публика, конечно, узрела, но, понимаете, артисты, когда выходят на сцену, они... Знаете, Аркадий, сами себе не принадлежат. Я скажу вам честно, без прикрас. Ноги у вас действительно прекрасны. Не сломайте их сегодня. Прошу. Уважаемые игроки, уважаемые телезрители, я напомню вам правила первого раунда. В первом раунде вы получаете за каждый правильный ответ 1000 рублей. Если вы ошибаетесь, вы теряете все свои деньги и приводите в действие механизмы русской рулетки. В первом раунде из 6 ячеек 5 для вас безопасны, но одна является пустой. Если после того, как механизм остановится, под вами окажется пустая ячейка, в этом случае... Мы будем наблюдать яркий звездопад на площадке русской рулетки, потому что это... Шоу, в котором люков хватит на всех. Со случайным
образом определим одного из вас, кто будет решать, кто из его соперников отвечает на первый вопрос первого раунда. Алена, это будете вы. Ну, спасибо. Сейчас я прочту первый вопрос. Какие животные, привезенные из Китая в 2001 году, гастролировали в московском зоопарке? Прежде чем вы выберете, кто будет отвечать на этот вопрос, я хочу, чтобы каждый из участников получил по 1000 рублей. Кто отвечает, Алена? Чего вы все глаза-то от меня прячете? А вы посмотрите на пульс каждого участника. Может быть, он скажет вам что-то красноречивее глаз. Нет, я так думаю, что вокруг меня собрались очень умные мужчины. Но на этот вопрос, конечно же, ответит Аркадий Семенович Купник. Аркадий, это будете вы. А ответы-то есть? Сейчас будут. Панды, тигры. Время. Панды. Вы не будете менять ваш вариант ответа, у вас еще есть 16 секунд. Но если я ошибусь, напишу песню про панду. Итак, ответ. Ты ее споешь. Это был сам Аркадий. Ответ. Панды. Принято. Абсолютно верно, конечно. В рамках празднования Дней Пекина в Москве приезжали панды. А жаль. Потому что мы никогда не узнаем песни о панду, которую бы написали вы, а спела бы ее Алена Апина. Вы были правы. Плюс 1000 рублей. Yes, спасибо. Не зря я тебе написал песню про Лёху. Послушаем следующий вопрос. Какое средство использовали в Древнем Риме, подгоняя тягловый скот? Кто будет отвечать, Аркадий? Валерий Меладзе. Валерий Меладзе. У нас два Валерия. Один Валерий из Москвы, другой Валерий из Николаева. Из Валерий Батуми. Меладзе. Из Батуми, простите. Итак, это будете вы, Валерий Меладзе. Я готов. Дайте вариант. Стимул, допинг. Время. Стимул. Окончательный ответ. Не надо ждать. Может быть, будет поменять свое решение. Принято. Поздравляю. Стимулом в Древнем Риме называли остроконечный кол, которым тыкали в животных, и они, да, в тягловый скот, и они двигали поклажу. Да, плюс 1000 рублей. Хорошо. Допинг – это то, что по собственному желанию принимают. А стимул – это когда тебя кто-то стимулирует чем-то. Вы энциклопедически правы. Поздравляю вас. Послушайте вопрос. Как называли людей, занимавшихся нелегальным ввозом и торговлей спиртными напитками во времена сухого закона? Кто отвечает? Валерий Сюткин. Я уверен, он справится. А зачем вы дарите ему ответ на вопрос по теме, в которой он прекрасно разбирается? Я думаю, что в этой теме разбираются все хорошо. Я сегодня трезвый, поэтому... Фильмы про гангстеров. Думаю, что я завалил. 20-30-х годов смотрели все. Валерий адресует свой вопрос Валерию. Бутлегеры, скваторы. Время. Ого! Думаю, что бутлегеры. Кто-кто? Первое. Бутлегеры? Первое. Да пусть будут они, какая разница. Отвечать надо быстро и не думать. Я принял ваш вариант ответа. Сквоттеры – это те, кто самовольно захватывали землю в Англии. А бутлегеры – те, кто нелегально возили... Не надо радоваться, не надо радоваться, Рон. Наоборот, на самом деле, мне кажется, Валерий из Батуми слегка огорчен вашей победой, вашим успешным ответом. Во-первых, вы получаете 1000 рублей. Прячу как могу. Вопрос. В каком прибалтийском городе снимали улицу Блуменштрассе, куда на явку шел профессор Плейшнер? К Валдису, естественно. Это я был сказал, маячок, подсказка. Сказал бы я, если бы он стоял сейчас на люке, мы бы посмотрели. У него бы изменилось его саркастическое настроение. А вы знаете, да, если бы я стоял на люке, я бы волновался не меньше вашего. При балтийских городах неплохо должен разбираться. Но я дам возможность еще Алене собраться. Игорь Николаев ответит легко на твой вопрос. Игорь Николаев.
Риге, в Таллине. Время. Все-таки я хотел бы сказать в Риге, так как у нас ведущий имеет непосредственное отношение к Рижскому взморью. Мне будет очень приятно, если вы это скажете, но вам будет неприятно, если вы ошибетесь. Мне будет неприятно падать, поэтому я скажу в Таллине. Второй вариант. Можно принимать как ответ. Принято! А вы знаете, Игорь, вам нужно было все-таки сделать мне приятное. Помните, как Мимино? Ну, да. А если мне будет приятно, я тебя, знаешь как, довезу. Вы теряете ваши деньги. Но я должен сказать, что я бы сказал тоже в Таллине. А я уверен в Риге. Поэтому я Игорю это скажу. Вы знаете, очень хорошо рассуждать, кто бы как сказал, чувствуя твердь. Вы теряете деньги, Игорь. У меня есть песня не написанная. Так нужно вернуть теперь. Спокойно. Чудесно. Я подойду к вам, чтобы вы на всякий случай не сбежали. И вот теперь попрошу вас привести в действие механизм. Так что, все что ли? В первом раунде шансы Игоря остаться в игре 5-1. Всего лишь одна ячейка является пустой. Может, открывать? 5 спасительных. Когда вам будет угодно? Игорь. Вам идет. Ощущение сумасшедшего. Правда, вы остались без денег. У вас возможность отыграть все эти деньги, задав вопрос. Он звучит так. А чего у Сюткина 3000? А потому что он забрал деньги, которые до этого принадлежали Игорю Николаеву, потому что Игорь ошибся. Вопрос. Под каким названием в России демонстрировалась американская картина «Некоторые любят погорячее»? Вопрос легчайший, конечно. Кто отвечает? Спасибо, Игорюш, да. А ты откуда знал, что я тебе хочу? Молчу, что на меня так смотришь. Подождите, подождите, решения еще не было. Потому что ты не поешь ни одной его песни. Вот Аркадий Семенович, например, с легкостью ответит на этот вопрос. Да, Аркаш? Аркадий Семенович, ответьте, пожалуйста. Он сейчас пристраивал, дай же уже сдали ответ. Первое слово дороже. Нет, правда, давайте Алене, потому что все-таки в жесть только девушка. Простите, это название. Я проговорился. Что же мне делать? Ничего страшного. Нормально. Нормально. А Алена от волнения ничего не слышала. Итак, отвечать будет? Да. Алена, мне кажется, что есть смысл тебе ответить. Спасибо, на этот вопрос. Игорь. Знаешь, почему? Алена Апина. Все-таки там Мерлин Монро, да, конечно, тебе это близко. Да. В джазе только девушки, горячие головы. Время. Оба названия подошло, но все-таки первое. В джазе только девушки. Конечно. Может, горячие головы? Нет. Мне кажется, это название больше подходит. Больше некоторые подходит, любят погорячее, горячие головы. Ваш ответ? Первое. В джазе только девушки. Принято. Спасибо, Игорь. Попытки запутать Алену были абсолютно бессмысленными. Поздравляю, плюс 1000 рублей. Давайте послушаем следующий вопрос, Алена. Давайте. Как звали соседа, которого потчевал ухой не в меру гостеприимный Демьян из басни Крылова? Хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Кто будет отвечать? Будет отвечать Игорь Николаев, потому что он мне хороший вопрос, я ему хороший вопрос. За что? Еще глядишь, а он мне хорошую песню. Я ему еще что-нибудь дал. Как соседа-то звали, скажи. Алло, как звали соседа, скажи лучше. Это как раз не обязательно. Игорь Николаев. Фока Федот. Время. Ну, и кто это? Да уж. 10 секунд осталось. Решайте, Сигар. Сосед Федот. Чего ты там? 3 секунды, быстрее. Сосед. Федот. Принято. Ну, опять неправильно, естественно. Да не тот. Да не тот, да. И вы сами до музыкального джингла ответили сами себе, что вы выбрали неверный вариант. Фока. Так звали соседа, которого почивал Демьян. То есть, собственно, уходит. Не в меру щедро. Вы теряете... О, вы ничего не теряете. Я не хочу вас расстраивать, потому что у вас не было денег на счету. Вам придется еще раз привести в действие механизм русской рулетки. Прошу. Расскажите, пожалуйста. Нет, во-первых, вы не спешите. Хотите, я вам дам один маленький совет? Можно я уже поспешу? Дело в том, что нужно прислушаться к себе, внешнему миру, почувствовать момент, когда вас, по вашей же интуиции, не коснется несчастье, не коснется провал. Только в этот момент остановить механизм русской рулетки.
Кстати, вы волнуетесь, Игорь? Ну, я не знаю. Видимо, видно по пульсу моему, волнуюсь я или нет. Мне кажется, нет. Может, закрывать еще? Да, конечно. Когда вам будет угодно? Да. Этот счастливый праздник падения головы им скружил, только вернуться снова на небо не было больше сил. Алена, это ваших рук дело. Это моих рук дело, я уже поняла, что я наделала, никогда в жизни больше даже надежды на то, что я спою песню Николаева, у меня не осталось. Алена, хочешь, я тебя познакомлю еще с одним талантливым композитором? Кстати, Валерий предложил хорошую альтернативу. А следующий вопрос буду задавать опять я? Нет, потому что на этом первый раунд нашей сегодняшней игры заканчивается. Впереди второй! Добро пожаловать во второй раунд. Кстати, вопрос, который меня мучает уже достаточно долго. Валерий, вы собираете галстук, а пришли без галстука. Почему? Ну, решил сегодня для разнообразия. Расслабиться. А потом, мне кажется, такая передача неформальная, что я буду галстук одевать. Это ваше право. Во втором раунде вы будете получать по 2000 рублей за правильный ответ, выбирать из трех вариантов ответа. И теперь две ячейки из шести будут пустыми. Шансы не 5-1, а 2-1. Лидером по итогам первого раунда является Валерий Сюткин. Первый вопрос сейчас прозвучит, и вы решите, кто на него будет отвечать. Сколько фигурок изображено на дорожном знаке «Осторожно, дети»? Кто отвечает? Я думаю, что много композиторов присутствует на программе. И потом Аркадий замечательный автомобилист, ему будет нетрудно, он оценит мою щедрость. Я бы мог и посложнее что-нибудь выбрать для тебя. Аркадий. Аркадий Укупник. Спасибо, Валера, я знаю, что ты... Очень недоволен тем, что у меня машина с более свежей модели. Без комментариев. Прослушайте варианты ответа. 1, 2, 3. Время. 2. 2 машины у вас более свежей модели? Или 2 фигурки? У меня и 2 машины больше, более свежей модели, чем у него и у его жены. Ваш ответ? 2. 2. Принято. Совершенно верно. Yes! Там бежит большой человечек и маленький человечек. Потому что я сдавал официально эти правила, помню, очень давно, в 78 году. Вы намекаете на то, что Валерий... Не, ну, кто получал позже права, были разные варианты. А я вот, как простой смертный, купил такую же... Права? Нет. Купил права. Машину. Я купил машину. И еще месяц у меня не было прав, и я выходил из дома, садился в эту машину и просто в ней сидел. Так мне хотелось ездить. А прав не было, поэтому я аккуратно... За ваши знания плюс 2000 рублей. Ну вот, я в доле. Следующий вопрос. Что хотел делать под музыку Акио Морита, человек, придумавший аудиоплеер? Кто отвечает? Ну что, Валера, спасибо тебе. Пожалуйста, Аркаш. Видимо, Милад за вопрос, хорошо? Нет, ошибся, Валера. Все-таки, помнишь, я тебе предлагал одну песню спеть? Ты сказал, что это не твой формат. Смотри, Аркаш, видишь, песни никто не берет, пришел на программу мне пристраивать под страхом смерти. Валерий, но тем не менее, Аркадий... Я буду отвечать на вопрос, не буду петь песню Укупника. Аркадий, ваш выбор? Этот человек. Валерий из Москвы. Сюткин. Удить рыбу, играть в гольф, заниматься любовью. Время. Легкий вопрос. Очень легкий. Я думаю, что играть в гольф. Человек, изобретающий что-то, он должен обладать некоторым уровнем интеллекта, это я говорю, как я размышляю. И поэтому для него... А гольф – это игра, в общем, высокоэрудированных. Принято. Поэтому... Гольф. Неправильно. Не оно. Да. То ли президент, то ли вице-президент компании Sony, он очень любил играть в гольф, и ему хотелось слушать в это время музыку. А и вы видели изобрел... лицо Укупника сейчас. Черт, я недоволен. Он изобрел аудиоплеер, а Валерий Сюткин только что выиграл 2000 рублей. Поздравляю. О, у него пятерочка. Спасибо, Аркадий. Вопрос. Какую водку предпочитал царь Иван Грозный в популярном фильме Леонида Гайдая? Ну, вопрос, связанный с ликеро-водочными изделиями, отсылать даме, это признак плохого тона. Валер.
это наша мужская задача, разбираться в сортах водки. Поэтому я тебе. Готов принять. Я смекнул, что отвечать будете вы, Валерий. Валерий Батумский. Валерий Московский. Анисовую, брусничную, перцовую. Время. Я думаю, брусничную. Я молчу, у вас есть время порассуждать. Хотя в то время, в застойные времена, по-моему, с брусничной водкой было и не особо. Была перцовая. Хотя в то Нет, время... Нет, брусничная. Да кто же? Брусничная. Принято. А почему ты все время на меня смотришь? Думаешь, я знаю ответ? Потому что громче всех. Вот сейчас вас, Валерий, мучает вопрос, а все-таки зря я отказался от перцовой. Надо было выбирать перцовую. На самом деле, анисовую. Анисовую. И брусничная, и перцовая водка — это были ошибочные варианты. Ага. В этом фильме, в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», Иван Грозный предпочитал анисовую водку. Вы теряете деньги, Валерий Батумский. Все? Да. Они переходят к Валерию Московскому. Это еще не самое неприятное. Это... возможность соприкоснуться с судьбой. Ну и ладно. До тех пор, пока вы не остановили механизм, мы можем с вами общаться, разговаривать, можете передавать приветы, желать кому-нибудь добра или зла. Не очень-то и надо с вами общаться, Валдис. Вы уже практически чувствуете себя обреченным человеком. А вы в игре, вам везет! Не очень-то и надо. Я поздравляю вас. Сейчас вы вновь в игре, и у вас возможность задать вопрос одному из своих соперников. Он звучит так. Что приводит в движение параконный экипаж? Кто отвечает? Ну, это технический вопрос. Лучше его задать кому-нибудь из мужчин. Но в связи с тем, что ни один из присутствующих мужчин, которым я могу задать этот вопрос, не имеет технического образования. Как? Я имею. Тогда вам, Аркадий. Награда нашла героя. Это будет? За я правильно боролся? Вас понял? Нет, это ответ на вопрос, Аркадий прибыл. Да, это Аркадию, значит, адресуется вопрос. Я вот думаю, Аркадию Куб. Я думаю, до ответа похвастаться, какой я институт закончил, или после ответа. Потому что если я правильно отвечу, то институт будет за меня горд, а если неправильно, скажет, что же я там просиживал 6 лет. Итак, ваше решение, хвастаться сейчас или потом? Я успею попрощаться, ибо в это время... Замечательно. Аркадий Укупник. Пар лошади, пар и лошади. Время. Был такой фильм «Любовь и голуби». Вот по аналогии с этим, и в принципе, что здесь пар и кони. То есть кони в этом самом, в сауне. Может быть. Пар и кони. А может быть нет. Пар и только лошади. Пар, может быть только лошади. 3 секунды, ответ. Быстрее. Третий, принято. Пар и лошади. Хотел бы я посмотреть на такой экипаж. Лошади и пар. Параконный экипаж – это экипаж, в который запряжена пара коней. Спасибо, Валера. Я думаю... Не буду говорить, какой институт закончил. Да, Аркадий, вам не стоит сейчас хвастаться. Скажите до свидания вашим 4000 рублей. Их забирает Валерий из Батуми. Извините. Валерий, абсолютно правильная реакция. Здесь каждый сам за себя. Нужно радоваться. Потому что... Провал у других. Нет, не провал, а тому, что ваш соперник споткнулся. Ну, хорошо, а что будет дальше, мы узнаем. Аркадий, механизм вас ждет. Да, значит... Скажи. Перед тем, как сделать себе подарок судьбы, я хотел бы попрощаться. Сказать, ты мне даришь песню или нет? Скажи. Сказать, Алена, дарю, я всегда с тобой, Валера, с тобой всегда. Жене привет, Сим-Сим, откройся. В общем... Спасибо всем. Ты намелдуешь такое. Yeah! Дай на кружочек. Спасибо. Раз, два, три. Вот что значит, все-таки ушел от нас великий композитор. Отсчитал ровно один такт. Раз, два, три, четыре.
А ну песню так и не подарил, видел, да? В конце песню не подарил. Весь эфир упрашивал меня взять красиво песню, а в конце говорил, ладно, беру. И красиво попрощался. Не расстраивайтесь, Валерий. Ладно. Может быть, сегодня вместо песни Аркадия Укупника мы сможем предложить вам 1 миллион рублей. Но это будет позже. На этом заканчивается второй раунд. Впереди третий. Алена, не страшно ли вам? Как пока ваши нет. фобии? Пока нет. Да можно загадывать желание. Да, тем более загадываете желание. Вы между двумя Валериями. Напоминаю, Батумский слева, Московский справа. Но это причем, для что меня. Самое забавное, что я Валерий Меладзе, а у Валеры отчество Валерий Меладович. О, тогда о, загадайте два желания. Два желания загадываю. Вы в третьем раунде. Теперь вы будете получать по 3000 рублей. Выбирать из четырех вариантов ответа. И теперь три ячейки из шести будут абсолютно пусты. Шансы один к одному. Да. Лидером по-прежнему является Валерий Московский. 7000 рублей. Значит, первый вопрос будет адресован либо Алене Апиной, либо Валерию Батумскому. За что на Руси платили попенные деньги? Кстати, о деньги. Кто будет отвечать? Ну, поскольку Валерий только что был нагружен мной сложным вопросом, когда речь идет о деньгах, в любой семье нужно всегда отдавать вопрос женщине, она сама распорядится ими по своему усмотрению. Алена, тебе, пожалуйста. Спасибо тебе, как Валерий. Красиво, Алена, вам был адресован этот вопрос. Да, да. Алена Апина. Спасибо. Рубка деревьев, использование туалетов, рождение ребенка, причастие. Время. Первое, конечно, что еще? Рубка деревьев? Наверное. Других вариантов нет. Вы можете изменить свое решение. На Руси Алена. Туалетов. Хорошо. Рождение ребенка, причастие. Может быть, эти два варианта? Вряд ли. Время. Первое. Первое принято. Рубка деревьев. Да. Вау! А попенные деньги, они потому попенные, потому что считали по количеству срубленных пней. Конечно. Плюс 3000 рублей. Под слов. Вороконный экипаж. Следующий вопрос будет адресован участнику по имени Валерий. Как папуасы Новой Гвинеи называли русского этнографа Миклуха Маклая? Кто отвечает? Московский или Батумский? Батумский. Валерий Батумский. Человеком с солнца, человеком с луны, человеком с неба, человеком ниоткуда. Время. Человеком ниоткуда. Окончательное решение? Ну или человек солнца. Окончательное решение? Человек ниоткуда. Окончательное решение? Он. Принято! Что это значит? А, по сравнению с цветом кожи папуасов, у Миклуха Маклая была белая кожа. А, поэтому его звали человеком с луны. Вы ошиблись, вы теряете свои деньги, 4000 рублей, они достаются Алене. Кстати, правильный Алена. Ответ, кстати, ужин на этот вопрос, вот как они его называли. Ужином. Да. Или человеком с луны. Что? Что? Кстати, Алена становится самой богатой участницей нашего сегодняшнего шоу, у нее 9000 рублей. Что я могу доказать? Валерий, ваши шансы один к одному, вы уже нажимали на механизм. Постарайтесь остаться в живых. Не думаю, что второй раз мне дадут еще один шанс. Хотите о чем-нибудь сейчас поговорить? Перед возможным полетом? Да нет, в общем. Я жалею, что я... Вы жалеете, что пришли сюда? Нет, не жалею. На самом деле было здорово. Я получил большое удовольствие. Но мы еще с вами пока, может быть, не прощаемся. Да, нет, ну... Поэтому не хочется говорить ничего плохого. Нет, я шучу. Все было здорово. Ну, а если у меня будет еще шанс, еще лучше. Вот есть этот шанс. Ай, ты молодца. Давайте послушаем следующий вопрос. Задавать его будет Валерий Батумский. С дочерью какого миллиардера состязалась Эллочка Щукина из романа Ильфа и Петрова «12 стульев»? Кто отвечает? Помните, ради кого она приобретала мексиканского тушкана? Валерий. Мама говорила, вот или Алена. А, мама не послушала, вот руку бью. Валера. Валерий Московский. Давайте.
Давайте Рокфеллера. Рокфеллера, Ротшильда, Вандербильта, Моргана. Время. У вас 20 секунд на размышление. Сейчас понял. Вандербильта, скажу я. Ого. Вы сначала сказали Рокфеллер. Сказал. А теперь? Не а могла бы она знать. Вандербильта, извините. Она бы не запомнила. Все-таки Вандербильт. Да пусть будет Вандербильт. Принято. Да. Вы правы, Валерий. Я просто знал. Эллочка Щукина соревновалась с дочерью Вандербильта. Да она же не могла двух слов связать. Откуда она могла такую фамилию запомнить? Ну, она говорила «хо-хо». Но фотография дочери Вандербильта присутствовала в романе. Плюс 4000 рублей. О, 3000 рублей, простите. Следующий вопрос. Кто из этих актеров был финалистом конкурса культуристов «Мистер Вселенная»? Кто отвечает? А мне нравится настроение Алёнина. Она так... Пожалуйста, Алёнь. Легко. Алёна Апина. С подсказками. Микки Рурк, Брюс Уиллис, Шон Коннери, Энтони Хопкинс. А вот кого я хотела назвать, его в том списке нет. Вы не нашли там знакомой фамилии. Время пошло. Микки Рурк, наверное, больше. Остальные все... 11 секунд. Микки Рурк. 10, 9, 8, 7. Фобии охватывают вас. Ваш ответ? Очень. Первый, Микки Рурк. Микки Рурк, принято. Шварценеггера хотел его назвать. Что это? А кто ж тогда? 23 года Шон Коннери. Да вы что? Да был ладно. Финалистом вот конкурса да. культуристов Мистер Вселенной. Это исторический себе. Факт. А это вы потеряете сейчас? Валдис. Нет, я, честно говоря, думал про Арнольда тоже. Но здесь не было Арнольда Шварценеггера. Мы говорили только о присутствующих. Минус 9000 рублей. И это, да? Хорошо. То есть вот так сразу? Ты же понимаешь, я боюсь. Я знаю, но дело в том, что самое страшное не привести в действие механизм раскрутки. Смотрите, ничего страшного не произошло. Конечно. Закрывать, вы по-прежнему твердо придется. Стоите на ногах. Хорошее такое предсказание маленькое. Не знаю, кто будет следующим падать в бездну, но им будет Валерий. Нас анестезиологом нас вначале видел. Все, прощайте, прощайте. Но остановите механизм. Ой, мамочка. Фу. Ты умчалась прочь на ночной электричке. С горя б закурить, но во время съемок, естественно, курить нельзя. Не будет не хватать этой смелой женщины. Валерий, что вы там высматриваете? Смотрю, как работает. Как она там выбирает? Как приводится механизм в действие. Механизм работает безупречно и безукоризненно. Возможно, вы узнаете принцип его работы, но это будет чуть позже. На этом завершается третий раунд. Впереди четвертый.